Сизе кала кирм дингурин гензеве дон дюзели мапо гаве дембо гуни сензе бо гуюрин бусяна чанзе. Гяо ни лэнгэ ча чуге гясэн да ю шуни цю. Хан зен жола, зэвэ ка ю гяло чосе че сяо гаве лунде. Ниме дюсу, нэ дюн чэра чэр жоба. Гамбо баси сусун ёнра, дэмба нирва тялан дю. Намалинге самаролия, кунгам саве, цимпишуан чапсиду. Прежде всего, я хочу вас всех тепло поприветствовать. Сегодня годовщина Паринирваны, основателя школы Дагпа-Кагью, царя Дармы, владыки Дармы, защитника существ Гампопа Санамаринчана. Владыка Гампопа родился в центральном Тибете в Ниале, в южной части девяти долин Юрпо. В эти дни это это место называется Ниалто в районе Лунце. Он родился в клане Ни. Его отца звали Нима Ладже Генгбар, а его мать Шумо Са Цечам. Он родился в год земляной овцы. Это 1079 год. В его семье было трое сыновей, и из них он был средним сыном. Как Джугом Пакджу пишет в своем автобиографическом обращении, начиная с момента рождения в год земляной овцы, до того, когда он ушел из мира проявлений, его восхитительные деяния были бесчисленны. Я вкратце опишу их, слушайте с почтением. Из этого стиха мы видим, что годом рождения Гампопы был год земляной овцы, 1079 год. Владыка Гампопа известен под многими именами. На санскрите его звали Супушпачандра, что значит «молодая луна». Также Давагьялсен, учитель Су, великий медитатор Нива, доктор из Дагпо, держатель Ваджры Бикшу Дзамлин Джакпа, а также Дагпо Ринпоче. Сегодня у меня нет достаточно времени для того, чтобы рассказать его историю освобождения целиком. Однако я хотел бы вкратце рассказать по мере своих сил о его достижениях в некоторых самых важных областях. Первое – это то, как он в молодости изучал медицину. Говорится, что с раннего возраста Гампопа изучал медицину, поскольку он родился в семье докторов, и он учился в медицине у 10 очень известных докторов того времени. Это доктор Усиль из Цанга, доктор Кеме из Индии, доктор Биджи Меншон из Цанга, среди прочих. Говорится, что он обрел совершенство в медицинской науке и особенно был искусен в лечении головной боли. И всю свою жизнь он провел практикуя медицину. Именно поэтому он стал известен по имени Бикшу Доктор. У него было много учеников в сфере медицины. Среди них Шагмен Накме провел 18 лет с ним и стал главным держателем его линии. Гампопа написал медицинский трактат под названием «Океан драгоценностей» или «Собрание учения Дагпо». И позже сложилось две линии передачи этого текста. Один из них передавался, одна из них передавалась от Шагмена Накпа Ютоко Сарма Юнтена Гампопу. Мастер
медицины 17 века по имени Домер Тишет-Энзинпунцок писал, среди всех линий передачи медицины в Тибете линия передачи Гампопо является главной. Второе – это то, как он распространил учение как монах. Как говорится в двух автобиографических отчетах, которые мы можем найти в диалогах с Дюсумом Кемпе, а также в кратком анализе основных пунктов передачи и наставлений по шести йогам Джогена Пагмодрупы, говорится, когда он достиг возраста 26 лет, его вера стала прочна, как гора Меру, и тогда почтенный гуру из Ньяла достиг совершенства в тренировке высшей дисциплины. То есть в этом стихе говорится, что когда Гампопе было 26 лет, он одновременно принял обеты монаха-послушника и полное монашеское посвящение от трех учителей из Нгари. Первого звали Гишела Дэн Шираб из Марьюла, второго Шираб Нимпо Шэнгшун из Шэнгшунга и третьего Мидева Жанчуб Сэмпо. И обеты были дарованы ему вместе под названием Ронга в районе Дапу. И линия Винай, которую он получил, брала свое начало от Шандаракшиты. Говорится, что его монашеское имя было Сунам Ринчен. И в то же время, когда он получил обеты, он получил наставление по практике медитации Шамадхи от Гиши Джанчупа Сэмпы. И через 5 или 6 дней он обрел опыт переживания медитации Шамадхи. И как он описывал этот опыт, что он не мог различить день это или ночь, и не испытывал чувство голода, даже когда не ел. И тогда он хотел узнать, как долго продлится этот опыт, и он продлился 13 дней. Среди трех отцов-основателей Кагью, Марпа-переводчик и Джицун Милрепа были домовладельцами, йогинами. И большинство их учеников также были йогинами в хлопковых одеждах. Однако, начиная от Гампопы, основная традиция передавалась прежде всего через учеников-монахов. И именно благодаря им и получила свое распространение, сохранилась линия Кагью. В истории освобождения Миларепы под названием «Черное сокровище», которое составил третий кармапа Рангжун Дорджи, говорится, что после того, как владыка Гампопа ушел от Миларепы, Миларепа сказал своим ученикам-йогинам, «Этот доктор Гампопа поможет многим существам. Прошлой ночью я видел сон, как желтая птица улетела отсюда в направлении центрального Тибета и села на вершину Великой горы. Много коричневых гусей из всех направлений собрались там, и через короткое время каждый из этих гусей был окружен 500 других гусей. Таким образом, вся долина во всех направлениях стала наполнена гусями. И хотя я сам являюсь йогином, все мои последователи будут монахами и монахинями. Я сделал кое-что для учений Будды. И это то, что что предсказал Миларепа, и мы видим из истории линию, что именно так оно и произошло. Следующее – это то, как Гампопа получил учение традиции Кадам. Говорится, что когда Гампопе было 28 лет, он отправился в Северную Уру, что недалеко от нынешнего Пэмпу, для того, чтобы учиться с мастерами традиции Кадам. Он учился с несколькими мастерами Кадам, включая Нюкрумпу, Гья Яндака, Гья Чакриву, Гише Джапу, а также Джа Юбу. Среди них
от Гиши Ньюкрумпы Сунджу Гелсена, он получил устное наставление Кадам, и в особенности учение об обетах Бодхисаттвы. Как сам Гампо поговорил, с того момента он никогда не разлучался с относительной Бодхичиттой. В трактате под названием «Обильное качество» он говорил, относительная бодхичитта очень важна. Она важна в начале, поскольку без нее вы не сможете вступить на путь Махаяны. Она важна в середине, поскольку без нее вы упадете в самсару. И она также важна в конце, поскольку без нее вы не обретете два вида рупакая. И здесь, в этих строках, Гампопа объясняет важность относительной бодхичитты, который он обрел на собственном опыте. Говорится, что Гампопа учился у Ньюкрумпы 8 или 9 месяцев, и во время этого периода он был постоянно окружен многими людьми, и это привело к ухудшению его опыта медитации, практики медитации. И тогда он услышал о мастере по имени Гише Гьяюндак, который жил в отдаленном районе, в уединении, и у него не было учеников. И тогда Гампопа отправился для того, чтобы встретиться с ним. И поскольку, когда Гампопа пребывал вместе с Гьяюндаком, он пребывал в уединенном состоянии, его медитация шамадхи снова улучшилась. И тогда Гьяюндак сказал ему: «Я дарую тебе наставление о тише из линии, которая непрерывно происходит от самого Будды». И тогда он даровал ему сущностные наставления, такие как четыре характеристики, которые передавались от Гампопы. И тогда Гампопа смог обрести прозрение, которое дополнило его опыт практики шамадхи. Гиши Гьяюндак в то время был очень известным высоким уровнем реализации среди всех мастеров Кадам Руто. И говорится, что владыка Гампопа обрел постижение, равное или похожее на постижение этого известного мастера. Он также в то время получил от Гиши Гьяюндака наставление о постоянном пути, а также очень много медитировал, созерцая непостоянство, карму, причины и следствия, достатки самсары. И таким образом зародил отречение. При этом его переживания блаженства и ясности уменьшились, и он ощущал лишь грусть непостоянства и усталость от самсары. И всего Гампопа провел с Гиши Гьяюндаком 3 года. В писании Дрикуна Джиктана Сунгона говорится, что в Дакпакакью есть 3 линии передачи: передача воззрения, передача поведения, передача сущностных наставлений. Из этих 3 передачи воззрения и поведения берут свое начало из традиции Кадам, тогда как передача воззрения берет свое начало от Гьяюндака и передача поведения от Ньюкрумпы. И объяснение практик развития относительной бодхичитты из наставления Ньюкрумпы. То, что касается передачи воззрения, которая берет свое начало от Гьяюндака, говорится, что Гьяюндак получил эту передачу от Атиши, который передал его Гампале. Атиша был известен своей любовью к прасангика Мадхьямаке. И по этой причине также все школы Дакпакаги также почитают прасангика Мадхьямаку. Однако в целом мы можем сказать, что линия передачи воззрения Гампопы не только восходит Кадампе, это также линия, которую он получил от Миларепы. Как-то Миларепа сказал Гампопе в песне реализации: «Для того, чтобы убедиться в правильности воззрения, смотри в свой ум». И также он учил Гампопе
четырем неверным пониманием пустотности шиньяты. И именно этому Гампопа уделял особое внимание, когда он учил других Махамудре. Вкратце, когда Гампопа учил публично, то он в основном учил с стадиям пути, согласно традиции Кадам. Тогда как отдельных учеников он учил Махамудре. И таким образом вел ту новую традицию публичных и личных учений. Также он говорил, что ту малую помощь, которую смог оказать людям, это все было возможно благодаря учениям Кадам. И многие учат сущностным наставлениям на робы, однако они не приносят много пользы, если они не соединены с учениями Кадам. Также он говорил, тренировка ума по стадиям пути традиции Кадам, которая соответствует трех типов индивидов, очень важна, очень ценна. Без нее, даже если и возникнет осознавание природы ума, оно не будет ясным. И если при этом практикующего сохраняется привязанность к родственникам, месту проживания либо богатству, то практика не будет улучшаться, будет лишь ухудшаться. Поэтому необходимо отречься от этой жизни, признать, что все явления ничем не отличаются от снов и иллюзий, развивать любящую доброту, сострадание, бодхичитту. И тогда естественное состояние будет лишь улучшаться и не будет ухудшаться. Так, из этого мы видим, что Гампопа считал наставления Кадам очень важными. В одной старой рукописи текста, который не входит в Тенгюр, но приписывается Атише, и называется «Стадии пути к просветлению», но не является обычным текстом «Стадии пути к просветлению». Этот текст недавно был найден в Тибете. В этом трактате главной темой является традиционная тема пути к просветлению три типа индивидов. Однако, кроме того, также излагаются и другие моменты практики, например, практика Шамадхи Випашины, а также и абсолютный плод и проявление активности. Все это изложено в стихах. И когда мы читаем этот текст, то мы видим, что это очень сходно на наставление по практике Кагью. И поэтому мы можем сказать, что традиции Кадам и Дакву Кагью в этом очень схожи. Следующее — это то, как Гампопа следовал Миларабе и обрел постижение Махамудры. Как вы все знаете, самым главным гуру Гампопы был Джицун Миларабе. Но перед тем, как Гампопа отправился в Ую и встретился с Миларабе лично, он учился у учеников Миларабе, например, у Гишо Дзенчупа Сэмпо. И именно от него он получил линию передачи Миларабе наставлением по медитации. И именно благодаря этому говорится, что через 7 дней он обрел хорошее постижение шамадхи. Кроме того, после того, как он седал в Яйондагу, он развил хорошее понимание. И интеллектуальное понимание, но все еще не мог обрести непосредственное переживание истинной природы. И между тем моментом, когда Гампопа услышал имя Миларабе и тем, как встретил его лично, прошло много времени. И он понимал, что если он не встретит Миларабе в своей жизни, то будет жалеть об этом. И поэтому он приложил максимум усилий к тому, чтобы в возрасте 31 года все-таки встретиться с ним. Он путешествовал на протяжении 4 месяцев для того, чтобы встретиться с Джицуном Миларабе. И когда наконец-то встретился с ним, то получил наставление по тайной мантре, прежде всего практике Туму. И он всего лишь мог провести с Миларабе 13 месяцев.
перед тем, как он вернулся в центральный Тибет в возрасте 32 лет. Говорится, что Милоре подорвал Гампопе особое настроение по Ваджраяне, в особенности то, как достичь высшего постижения благодаря благословениям линии, которые происходили от Марпы переводчику. И таким образом, благодаря этой передаче, Гампопа обрел сильную веру в Милорепу и в линию Кагью. И также сам стал считать себя частью линии передачи, восходящей к Милорепе. Как пишет Голоцова в «Синих аналах», славная Дагпо Кагью — это не линия передачи слов, это линия передачи смысла. Это линия незапятнанной реализации Махамудры. И гуру — это тот, благодаря кому постигается Махамудра. И тот мастер, благодаря которому вы постигаете Махамудру и является вашим коренным гуру. Как сам Гампопа написал в гирлянде, в нектарной гирлянде советов, если вы не получили благословение гуру, то вы не сможете увидеть истинную природу ума, если будете просто смотреть на нее. Вы не сможете поймать ее, если будете пытаться остановить ее либо заблокировать. И ваше восприятие не приведет вас к постижению истинной природы. Те, кто желает собрать два накопления, очистить омрачение, устранить препятствия и развить постижение в своем естестве, должны служить и почитать гуру. Нет другого способа, кроме этого. Гампопа также писал, чтобы познать истинную природу ума, лишь наставление недостаточно. Вы должны получить благословение от гуру, который обладает реализацией. Итак, Гампопа учился у многих гуру, которые были очень хорошо известны в Тибете в то время, и получил от них много устных наставлений. Кроме того, он сам много лет провел практики медитации, в особенности посвящая себя практике тумо в таких местах, как Ньяса, Валунг, Олка и других. В конце концов, он смог познать истинную природу, саму суть Дармакая. И именно этому он учил своих учеников в наставлениях. Это то, что получило название «Совозникающая йога Махамудры». В общем, можно сказать, что Марпа, Милорепа и другие прежде всего учили Махамудры в соответствии с традицией тантры. И их наставления по Махамудре не разделялись с наставлениями по шести йогам Наропы. Однако владыка Гампопа особенно уделял внимание традиции сутры Махамудры и считал, что это чрезвычайно важно, тогда как это должно быть дополнено практикой шести йог Наропы о пути освобождения и Махамудры. По этому поводу восьмой Кармапа Микьедорджи писал, что здесь, в Тибете, сложилось три способа понимания срединного пути Майтрибы. Это глубокие и ясные мантры срединного пути в практике, это глубокая сутра срединного пути в практике, и это ложное спектарианство читаматры в практике. Из этих трех владыка Марпа и Милорепа обладали первыми двумя и практиковали их, тогда как Гампопа особое внимание уделял сутре срединного пути сутры и практиковал в особенности ее. И он называл это Махамудрой, которая происходит из непревосходимой мантры. Но явно он учил традиции сутры срединного пути, неосложненные пустотности шуньяты. Кроме этого, он
также учил глубокому смыслу, как сутры, так и тантры, и в особенности природе Будды. Как пишет Микки Доржи в своем полном изложении Махамудры. Что способ обучения шамадхи и випашин сходен с колесницей причины и путем парамид, и сущностными наставлениями светоча в пути просветления, которые передаются от Атиши, а также великих духовных мастеров Кадам Томпа и Гампавы. И это то, что известно как возникающая йога, которая учит Владыка Гампопа, учил Владыка Гампопа о защите Пагму Джупа, и которую они для блага существ, которые любили славные названия для колесниц, называли возникающей йогой Махамудры. И в этом трактате мы видим, что Микки Доржи говорит, что традиция Махамудры Гампопы происходит из линии Када. Однако Дрогпа Пема Гампоп и другие говорят, что учение Махамудры Гампопы восходит к Джицуну Миларепе. Могут быть различные оценки в том, что говорят ученые, но в целом мы можем сказать, что традиция Гампопы, традиция Махамудры, которую передавал Гампопа, соединяла в себе несколько традиций. Это тайные наставления Ваджраяны, которые он получил от Миларепы, это линия, которую Миларепа получил от Владыки Марапы. Кроме того, это традиция Кадам, либо традиция сущностных наставлений Сутраян, которые передавались мастерами Кадам, такими как Яйондак. А также это дарма постижения, дарма реализации, которую Владыка Гампопа обрел сам на собственном опыте. И все это не обязательно должно восходить к одной линии. Это может быть комбинация нескольких линий, а также личного постижения. Следующее — это то, как Гампопа учил сутры и тантры в единстве. Многие учителя, которые жили до Гампопы и во время Гампопы, например, таким гуру Кагью, как Марпа, Мокчуку Доржи, Миларепа, великие мастера Сакья, включая Трогми и Сачену Кунгу Нимпу, а также великие гуру Нигма, такие как великие Сурпо, Шакья Жумне, Сурчунг Шарабдрапа, были прежде всего практиками Ваджраяны, и многие из них были йогинами. Тогда, как традиция Кадам, которая процветала в Тибете в то время, в основном были монахами, практиковали монашескую винаю и также Прагнипарамидаяну, колесницу Прагнипарамиды. Некоторые из них запрещали открыто практиковать тайну мантру Ваджраяны. И тем не менее, в возрасте 16 лет Гампопа получил много посвящений и передач тайной мантры, включая посвящение чакры Самвары Хиваджры, которая принадлежит к линии Санкары Лацавы и его учеников. Он также немного изучал Ваджраяну с мастерами Кадам. И в особенности, когда он пребывал вместе с Миларепой, то, согласно многим историям освобождения, он не получил много посвящений, кроме как посвящения чакры Самвары и Ваджра Варахи. Главное, что он получил от Миларепы, это полное собрание наставлений по шести йогам Наропы, а также тайную линию, передающуюся шепотом чакры Самвары. Это те линии, которые передаются до наших дней. Гампопа также учился со многими мастерами Кадам и практиковал
учения по тренировке ума, их линии. Он также учил многих учеников и учил их согласно их способностям. Говорится, что прежде всего он учил их стадии пути, таким как общий путь. Это то, что мы видим из истории встречи, первой встречи Дюсума Кьенпо с Гампобо. И также Гампобо был тем, кто открыто учил союзу сутры тантры, единству сутры тантры. Следующее — это то, как Гампобо учил своих учеников. Говорится, что Гампобо был очень искусным в приведении учеников к созреванию благодаря сущностным наставлениям. И многие из его учеников достигли высокой реализации. И сегодня день паринирваны Гампобо. Если вы спросите, из каких источников я рассказал сегодня об этом, то я прежде всего опирался на описание Падмаджупы и владыки Дхармы Дюсума Кьенпо. Они были главными учениками Гампобо. Падмаджупа оставался в Дакла Гампо после того, как Гампобо ушел в паринирвану. О том, как Гампобо ушел в паринирвану, мы можем видеть из диалога с Дюсумом Кьенпо, в котором написано: он почувствовал недомогание вечером 14 дня 2 месяца лета года птицы и сказал: в это время я не буду принимать лекарства. Он постоянно смеялся, был рад, исполнен радости и ушел на следующий день, 15-й день. Итак, здесь говорится, что он ушел 15-й день 6-го месяца года птицы. Также говорится, когда он решил уйти в нирвану на благо других, 15-й день 6-го месяца года водяной птицы, то он, его ум растворился в пространстве Дхармады. И поэтому нет сомнений, что он ушел в 15-й день 6-го месяца по тибетскому календарю года водяной птицы. Это 1153-й день. И говорится, что в день ухода гуру, великий гуру проявляет много чудес. Поэтому если мы будем вспоминать их в эти дни с верой и преданностью, то мы сможем собрать большие накопления и очистим много омрачений. Также говорится в Ажрагарбха Тантре, если мы будем безошибочно вспоминать гуру в день, когда они уходят в нирвану, делая подношения в этот день, то мы сможем собрать большую заслугу и очистим препятствия. В особенности говорится, что однажды, когда вместе собрались такие мастера, как Омпа, Дюсум Кьенпо, Геше, Гампо. Гампобо сказал, что я преодолел огромные трудности для вашего блага. Я преодолел практики аскезы. Поэтому вам ничего не нужно делать, лишь молиться. Поэтому, если мы будем молиться Гампобо с верой и преданностью, то мы без сомнения сможем получить его благословение. В особенности Гампобо сказал, что в будущем индивиду, которые буду думать, что не могут встретиться со мной лично, должны читать мои трактаты. И в особенности выше гирлянда драгоценного пути и драгоценное украшение освобождения. Читайте эти трактаты, ничем не отличаться от встречи со мной вживую. Поэтому так важно для нас регулярно читать собрания сочинений Гампобо. В особенности эти два трактата — «Высшая гирлянда драгоценного пути» и «Драгоценное украшение освобождения». Это очень важно в особенности, что в этот день, в день паринирваны Гампобо, мы прочитаем эти труды, будем созерцать их смысл и обсудим их. И это все, что я хотела сказать вам сегодня. Большое спасибо.